попросили выйти на улицу. В Сургуте в воскресенье вечером из торгово-развлекательного центра «Аура» эвакуировали всех посетителей и персонал. Поводом, по некоторым данным, послужило полученное по электронной почте сообщение о готовящемся взрыве. В течение нескольких минут после звонка ЧП к месту прибыли все оперативные службы. Людей вывели на улицу. Помещение обследовали, взрывчатых веществ не нашли. Личность лжетеррориста устанавливается. Ему грозит ответственность по 207 статье Уголовного кодекса. Добавим, что в воскресенье по стране прокатилась целая волна подобных сообщений. Посетителей эвакуировали из гипермаркетов и торговых центров в Санкт-Петербурге, Ярославле, Новосибирске и Москве.